40-летней жительницы села Коксу Абайского района Карагандинской области изъят героин весом чуть более 2 грамм. Женщина нигде не работает, детей не имеет. Ранее судима за хранение наркотических веществ. Как пояснили полицейские, героин был изъят из пачки сигарет, которые она везла специально для передачи осужденным. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Два пассажирских автобуса перевернулись на дорогах Караганды. Есть пострадавшие. 12 ноября в 11:30 38-летний водитель автобуса «Сетра», двигаясь по маршруту Караганда-Шымкент в направлении города Балхаш, совершил опрокидывание в кювет. ДТП произошло из-за гололеда и сильного бокового ветра. В салоне маршрута Караганда-Шымкент находилось 40 пассажиров. В результате ДТП один пострадавший, 1972 года рождения. Житель города Караганды с закрытым переломом позвоночника и ушибом грудной клетки госпитализирован в медучреждение. Проводится расследование. Позже произошла еще одна авария, только уже на трассе Караганда-Аягөз возле села Коктас. Также перевернулся рейсовый автобус марки «МАН», который выехал в Караганду в 12:30 часов дня. В результате дорожно-транспортного происшествия 16 человек получили различные телесные повреждения. По предварительной версии, причиной дорожно-транспортного происшествия стали сильный боковой ветер и оледенение дорожных покрытий. При таких погодных условиях водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров и торможения, которые могут привести к страшным авариям. Дана Марат, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».